Всем большой привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. Сегодня приготовим очень вкусное блюдо вок с курицей за 20 минут. В кастрюлю налить воды и довести до кипения. Положить яичную лапшу и варить, как указано на упаковке. У меня это 2 минуты. В небольшой миске смешать воду и кукурузный крахмал. Добавить кунжутное масло, соевый соус и устричный соус и все хорошо перемешать. Готовую лапшу промыть холодной водой. На мелкой терке натираем имбирь и чеснок. Далее нарезаем лук полукольцами. Куриную грудку нарезать небольшими кусочками. Чем тоньше, тем лучше. Морковь и сладкий перец нарезаем тонкой соломкой. В разогретую сковородку или вок добавить растительное масло. Положить имбирь и чеснок и обжариваем на сильном огне примерно минуту, постоянно перемешивая. Затем добавить репчатый лук и жарить 2 минуты на сильном огне, постоянно перемешивая. В сковородку добавить курицу и жарить на сильном огне примерно 5 минут, постоянно перемешивая. Далее добавляем сладкий перец и морковь и жарим на сильном огне, постоянно перемешивая 2-3 минуты. Солим по вкусу. Обжаренную курицу добавляем в лапшу и перемешиваем. Далее лапшу поливаем приготовленным соусом и все тщательно перемешиваем примерно 1 минуту, чтобы лапша полностью покрылась соусом. Готовое блюдо посыпаем нарезанным зеленым луком, перемешиваем и сразу подаем к столу. Блюдо получилось очень вкусным, обязательно его приготовьте!